что не можешь себе позволить. Зак-зак! Мы победим! Всему есть своя цена. Салама Ашала Нори. Подойди поближе. Выбирай быстрее. Thank you.
Справедливость восторжествует. Выбирай быстрее. Выше голову. Не ошибись с выбором. Прощай. Всему есть своя цена.
помни о солнечном колодце. Я буду рад твоему золоту. Помни о солнечном колодце. Что тебя интересует? Не теряй самообладание. Следишь за трендами и твой... Паучьему крылу Накса, и я расскажу вам, что к чему. У нас сейчас праздники, так что прогуляемся мы в 18 человек, что не является проблемой для стражника, которых нужно будет где и происходит. Самый простой босс этого рейда. Анубрикан находится на круглой платформе в комнате, где и происходит бой. В героическом варианте рядом с боссом стоят два стражника, которых нужно будет убить в начале. Стражник бьет рассечением по трем целям, так что мели ДПС должны быть осторожны. Также вешает на танка неснимаемый яд, стакающийся до бесконечности и тикающий по 500 за стак, так что стражника желательно убивать быстро. Когда у стражника остается мало здоровья, он входит в энрейдж и начинает бить на 60% быстрее и на 50% сильнее.
У босса всего три способности. Он бьет танка, периодически использует прокалывание, которое атакует всех, кто находится на линии между боссом и целью прокалывания, так что членам рейда лучше не стоять друг перед другом. Прокалывание подбрасывает тех, кто под него попал, и наносит 5-7 тысяч повреждений. Каждую 1-2 минуты босс выпускает жуков-трупоедов. Это аура радиусом в 30 метров, которая вешает... Привет всем. Здорово.
пригласить.